облизал под языком. Ну давайте теперь по-другому. Вдруг меняем тембр. Абрикосовый сад железа миф. То есть так как он потерпел поражение с моими косточками и саженцами Сергея, теперь он уже в это не верит. 400 фильмов, из них штук 200 прямо в саду, это не доказательство. Ладно, он не Валерий Железов. Это, я понимаю, не со злости или с обиды, пускай. Обращение, это здорово. Знаете, как я вам благодарен? Знаете почему, дядя Ваня? Вот тот самый дядя Ваня. А просмотров у него было столько, а уже в 3 раза больше. Почему? А потому что это... Ну как? Очень хороший ход. Он же там не раз в фильмах в этих пишет. Нажимайте на лайки. Ну, в общем, понятно. И мне очень понравилась вообще эта идея его. Она получила продолжение. Может, еще будет продолжение. Варианты будут. Опять фильм напишет. Типа сам дурак. Ну, из такого логики. Вот. Сейчас посмотрим. А может все-таки я ему вышлю косточки. Он еще раз посадит. Посмотрим. Так. Причем подарок выше. Итак, с этим понятно. Это один фильм. А вот второй фильм. Видите? Это чтобы достучаться до меня. Ну, проще было бы позвонить, написать напрямую. Вот. Ну, создал фильм, создал. И где-то есть фильм, где-то... А, еще где-то написано, что фильм учебный. Ладно. То есть он учит. Смотрим. Итак, я делал фотографии прямо с экрана. Вот. Смотрите. Это учебный фильм. Обучение, как правильно посадить саженец. Делюсь опытом при посадке плодовых деревьев. Чаще распространенные ошибки делают, начинаешь с садовода опыта. Он прав, что ошибки делают. Вообще без ошибочных людей не бывает. Тут он прав. Так. Ну, это просто игра, сами понимаете. Весь мир театр, мы все актеры. Я его понимаю. Я сам иногда делаю страшную рожу, когда вижу, как губят деревья. Так, раскопал яблоню. Я буду говорить, главная причина, если знаю, я назову. Вот мертвый саженец. Если причина главная, я назову. Есть сопутствующая причина. У меня к вам просьба, дядя Ваня, когда в следующий раз будет садите, учтите, примеряйте все на себя. Вот эта побелка или покраска, сейчас уже и красят, и белят, вот эта густая, это смерть. Вы просто представьте себе, что вас накрасили, вот так. Кожу вашу, которая теперь... Ведь кора-то для чего? Для воздухообмена, прежде всего. Для теплообмена. Ну, это... Я не сказал, что она от этого погибла. Она поросла немножко, видно, вот цветочек почки заложила. Вот, вы нашли другую причину, она не отменяет вот эту страшную побелку, просто, ну, такой стереотип, что садов нет, а просто осмыслить все, убрать несколько причин, которые в сумме губят, никому в голову не приходит до сих пор. Вот, и получилось как, вы раскопали, нашли я причину, мол, сгнила корневая шейка. Ну, то есть, он провалился якобы. Ну, пускай. Вот. Он показывает подробно, что вот такие нехорошие люди, значит, вроде бы все делают правильно, даже придумывают специальное приспособление, чтобы... А оно все равно погибает. Тимоша! А ну-ка, закройтесь там. Мешаете. Вот. Вот раскопанные, видите? Ну, что говорить. Вот он и прав, конечно, но... Это, может быть, он прав, может, это главная причина. Ну, по одной побелке хватило бы, чтобы дерево болело. Теперь так. Он садит на холм. Вот это. Вот это теперь вроде бы у него правильно. Мне, знаете, что смутило? Обратите внимание, что это место выше среднего его участка. Так, сейчас я закрою еще одну дверь. Значит, дети... Идите. Димаш, я закроюсь, а то вы шумите. Разгулялись. Ладно. И вот посадка на холм. Отлично. Посадка на возвышенное место. Вот здесь уже, если яблоня-то жива, то и жить.
Это все неинтересно, это рутина, она в тысячах садах. Кто-то в яму, кто-то на холм. Вот здесь он молодец. Вот. Есть тут такой нюанс, и мне много не нравится, рассмотреть внимательно, что-то тут не все мне понятно. Ну, наконец, он приступает к учебной посадке. Он показывает, что 67 сантиметров, вот здесь он эту цифру озвучил, вот здесь. Вот как тут. Теперь смотрите. Вот тут момент еще один из тех сопутствующих. Знаете, друзья, я не зря призываю вас заниматься лозоискательством. Есть такое понятие, кто-то, может, из вас слышал. Есть это самое лозоходцы, есть искательство с помощью лозы. Это деревяшка, так, как кривуля называется. Или по-современному это биолокация, но уже с помощью металлических рамок, металлических этих самых проволок. Как правило, есть еще разновидности, но как правило. И вот тут он произнес фразу, которая мне крайне не понравилась. Он говорит, здесь трижды погибло дерево. И начинает снова на этом месте садить. Знаете, друзья, это очень важно. Когда-то, это важнее важного, я пытался понять, почему человек... Ведь так, знаете, откуда набрался опыта? Письма не влазят в ящик почтовый. Обкажем ценную информацию. И так 5 раз в неделю. Вот. И человек, допустим, а у меня памяти нет, ничего не помню. С вами поздороваюсь, подружусь, даже морду набьем друг друга. А на следующий день, если фонарей не будет, то я вас не узнаю. Уже не узнаю. Нету памяти. А память избирательная. Например, письмо. Знаете, я якобы прочитал, что надо 3 раза пересадить, и саженец, который загибался, вдруг начинает расти так, как расти. Вот он берет и это... Я сижу и ломаю голову. Но он-то написал и счастлив, что, оказывается, есть прием, описан, и он еще им воспользовался, и я счастлив. А я-то долокатищик, я думаю, ага. Нахожу несколько мест, где они плохо растут, пересаживаю, они начинают хорошо расти. Думаю, да господи, вот же причина-то. Только они не знают, что они это... Они методом тыка. Плохо растет, и чем действительно, чтобы вырубать его, место занимает. А тут раз, подсказка, пересадил, то есть вот это вот народная примета, или вот это народное, это от народа пошло, где-то один, другой поделился. И не зная самой природы, что это гиблое место, а просто беру и пересаживаю. С места на место, авось получится, авось, и у человека получилось, он мне письмо. А я давай докапываться, докопался до гипотогенных зон. Вот, теперь... Значит, обращаюсь к Сибиряку, к Вячеславу Тимофеевичу. Пожалуйста, вспоминайте, сколько я ходил, за голову хватался, сколько у вас этих зон. А здесь еще ближе немного к воде. Так, пойду утихомиривать. Секундочку, я не знаю, слышите его, нет? Детский крик. Тимоша. Так. И вот поняли, к чему я клоню. Возможно, это гипотогенная зона, он 4-й раз садит. Вот. Если посадит, не дай бог, еще раз закажет саженца, вот вам еще, тогда уж точно скажет, что железопроходимец. Вот. Но он, тем не менее, садит. Смотрите. Значит, обратите внимание, нам придется немножко все-таки копать глубже, это неизбежно. Он стоит. И по его словам, осталось 10 сантиметров до воды. Скажите, почему он не проваливается? Вообще, ни жижи нет. Он стоит это. А там же вода. А, вот это мы и будем проходить. Это если у кого-то терпения хватит. А пока смотрим. Вот это вот у него жестянка. Вот это у него складывает все подряд, как он называется. Это пластмассовая штучка. Вот. Вот столько осталось до воды. А нет, столько ему надо это, сделать дренаж. Это у него что-то такое стекловолокно. Тоже кладет. Но это понятно для чего. Это уже вещи, это уже не дренаж. Он просто, что такое дренаж, дядя Ваня, это совсем другое. Мы будем изучать. Ну,
Просто ну, где-то что-то слышал, ладно. Как-то быстро перешли от ученика к учителю, но это бывает. Вот. Значит, вот это непроницаемая вещь. Теперь он берет, это все поломает, тоже уложит. Это шифер. Это четвертый палец я загнул. Так, теперь. Вот это уже дренажная вещь. Это, наверное, у него штука будет пропускать влагу, но уже не поможет. Он, вы не знаете еще, что он делает? Он делает смертельную ловушку. Это тромб. Почему, поймете позже. Он не знает, но, дядя Ваня, где-то к вам обращаюсь, то не к вам. Не обижайтесь, ради Бога. Вот. Ну, сами напросились. Ну, как мне по-другому? Я ввожу новое понятие в садоводство. Вот. Я вам потом объясню. Примерно так. В одном случае яма оправдана. Она пробивает слой, допустим, это... знаете, что абрикосы не растут, допустим, на глине. На глине не растут, умирают. Хотя там до воды может быть метров 10. Так. Плохо растут на черноземе. На суглинке хорошо. Еще лучше на суписи, вы поверите. Ну, представляете, я сейчас начну вам проценты, сколько глины в суписи, сколько в суглинке. Вы же сразу подключаетесь, там по телевизору сериал какой-нибудь идет. Поэтому, в принципе, для каждой почвы своя агротехника. Вот здесь вы сделали тромб смертельный. Вы поймете потом, все, надеюсь, поймете, и вы тоже. Но, надеюсь, обижаться не будете. Мне так хочется, чтобы мы подружились. Вот. Разровнял этот, ну, назовем это гравием, как еще по-другому. Вот. И дальше продолжается, что снова, заметьте, количество металла для ямы такой невообразимое. Примерно по потребности железа в несколько миллионов раз больше, чем надо. Вот. Ну, видимо, много железа было. Это разломает, складывает грабли старые, банки сплющил. Снова металл. Это все другое, это не повторяюсь. Вот, ну, в общем, 10 килограммов, 20, наверное. 10-20. Вот. Дальше дерн перевертывает. Так. И укладывает. Вот это вот он здесь молодец. Вот. Дядя Ваня, он сказал, что чистейшую землю завозит, со стороны взял. Ну, это может даже меня где-то случайно подслушал, а может быть, следит за моими этими. Ну, стереотип победил. Дело в том, что как раз для абрикосов он ее назвал черноземом. Чернозем, к сожалению, не годится. То есть он им плохо очень развивается. Вы понимаете, казалось бы, жирнющая земля. Посадил косточку. Она у меня на этих, на суглинках вырастает, ну, где-то, если хороший год, и не поливать, 2 метра. А если не поливать и засуху, ну, метр-то точно вырастает. Полтора. Я Курдюмову показывал однолетки в конце лета. Вот. И... А чернозем, казалось бы, ну, что делать? А он, зараза, не хочет расти. Вот вырастут эти, как многие жалуются. Ну, какой, как я их привью? Они ниже колена, они блинки. Не подходит почва для них. Не виноваты это железо, не виноваты эти косточки. Вот, почва не годится. Знаете, я когда-то, мы с Курдюмом включили в нашу книгу ту, 10 тысяч экземпляров, давно забыто. Кто прочитал, лежит на полке, где-то, может, крысы доедают в какой-нибудь библиотеке. 10 тысяч экземпляров, наша общая книга, «Умный сад, как перехитрить климат». Да не перехитрить его, это частный случай перехитрить. Там есть постулат, вот он постулат. Не почва для дерева. Нет, не так. Не дерево для почвы. Нет. Вот видите, старею как. А хотя он абсолютно точный. Дерево для почвы, а не почва для дерева. Видите, вот он делает почву для дерева. Но он ничего сделать не сможет. Не уйти от этих самых, от близко грунтовой воды ему не уйти. И не, дренаж не поможет. Почему? Позже объясню. Но сама идея, что вот чистая земля со стороны хорошая. Но он его назвал черноземом. Чернозем не годится. Идем дальше. Вот это вот, учить этому людей я бы не стал. Почему? Я так вежливо, мягко говорю. Просто бы не стал. Смотрите, вот здесь у вас закопано ведро с саженцем. Что вы говорите с вами? Кстати, мы же потом это повторим же. То есть я буду ваш фильм снимать с экрана целиком. Вот. И это самое, два фильма.
Это будет длинное, нудное, но это тоже надо. Я буду останавливать и комментировать. А здесь просто есть такое понятие хитрое, подлое, называется вырвать смысл из контекста. То есть, когда берется, там человек написал письмо, одна фраза, вот, а вырывается, и можно что угодно. Вот. Например, обвинить человека в убийстве. Например, люблю тебя до смерти. Ага, приговорил к высшей мере. Почему? Вы ее убили, вы написали, я тебя люблю до смерти. То есть вырвать из контекста можно получить другой смысл. Так и здесь. Пока я очень осторожно, очень аккуратно вам, друзья, объясняю. Здесь закопано ведро. Что он сделал? Он, не доверяя этим местным питомникам, а это местный питомник, это чудо произвел, так, он решил подвергнуть их испытаниям. Откуда он пишет, говорит, откуда я знаю, живой он или мертвый? Он его ведро и закопал. Ну, посмотрим. Смотрел он 2 года. Вот. Ну, я это называю тюрьмой, как угодно. Это страшное испытание для дерева, которое любит свободу. Ему корням нужно развиваться. А тут ведро. Я вначале не поверил. Потом он начал... Вот сейчас. По порядку я тороплюсь. Он начал его выкапывать. Вначале он сделал метку, да? Но метку так не делают. Метку делают так, чтобы она легко смывалась. Эта пересадка занимает несколько секунд или там минут. А он метку делает из этого самого, ну, примерно как из клея, из этого, из это самое, мазь какая-то. Ну, факт то, что вот здесь у него получилось большое пятно, которое будет гнить. Про эти все вещи мы еще потом отдельно будем говорить, как легко сгноить саженец. Это просто попутно. Это не смертельно, но вот то пятно, но это уже гнильчок. Вот. Наконец он сделал новичок-то, а смысл у него хороший, вот видите, как плюс на минус. Он показывает направление уже не корневой шейки, тут может оно не надо, раз он в этот закопан, то есть он вместе с комом земли. А направление, да, он пометил. Если оно смотрит на юг, то посадит его, смотрит на юг. Если оно смотрит на север, то также и посадит. Тут он молодец, все-таки, возможно, не без железова. Вот. Теперь выкопал. Так, дальше все по уму, вот оно выкопано, дальше он его берет ножницы по металлу, кажется, ножницы по металлу, аккуратно разрезает, все как когда-то я еще в своих статьях древних писал, разрезается и вынимается ком, все нормально идет. Меня смутил сам саженец, смотрите, если он куплен был годовалым, если вот это вот явно первый год, только почему-то до сих пор нет веток, вряд ли он их, а или он их сам, ну-ка непонятно, это не убирал ли он ветки вот эти, как принято, делая штамп. Вот это что-то беленькое чернеется, черненькое белеется, в общем, возможно, это и были боковые ветки, может быть, он уже их отчикнул, а может быть, мне кажется, и тут я придираться не буду. Далее, вот это, скорее всего, если это было двухлетка, то она так и осталась двухлеткой. То есть год плюс еще 2 сидения в тюрьме, оно осталось таким, каким было, если двухлетка. Или вот это прирост 2-го года. Но за такие приросты я бы действительно, правда, бы не стал покупать. Даже в ведре он мог развиться, потому что иногда смотришь, когда Серега бедный у нас в ведре, так растут, то есть в ведрах, в 7-литровых горшках так растут, что уже все не выкапываем, так и оставляем в них. Благодаря большим дыркам в днище ничего не происходит страшного. Но вот это вот, явно саженец, он прав, он испытал. И он, по идее, должен был уже сейчас бы я бы выбросил, но я-то, конечно, при моих возможностях. А он его посадил. Вот, вот. Теперь, я все подробно, это пригодится и дядь Ване, и всем вам. Смотрите, это посадка по Чугуеву. Вот, что такое Чугуев? Это ведро. Ну, то есть не ведро, а ком земли, плотный, все, ставится на землю и обсыпается. Кстати, заметьте, сейчас ком будет получаться, правда, невысокий. Обсыпается со всех сторон земли. Это называется посадка по Чугуеву. Посадка по железу почти такая же, но вообще не тронутый дерн, вообще. Мало того, сперва насыпается большой холм, но в центре холма уже делается. А ему холм, по идее, дядя Ваня, если все-таки вы не оставите, допустим, вы испытатель, ну, по натуре, не зря же вы фильм создали
учебный, да? Вот. Вы, допустим, завозите, ну это дорого, сразу ведро, о, ведро, грузовик, и высыпаете их там метра через 3 на 4, сразу посадочное место готово. Целый грузовик. Ну хорошо, на 2 посадочных места грузовик. То есть получается, и вот тут уже у вас появляется шанс, помните, корни показывал, слива, вишня, яблоня подвоенная из корневого отводка, а привито уже что попало, что хотите. И расширяем терн, так, который все-таки гораздо, несколько раз менее рослый, чем абрикос, прививка на терн, слива, у которой корни не самые большие, прививка абрикоса на сливу. Что вы получите? Вот если высыпите, это мой совет, учитывая, что вот вы учите вот так, а я без грузовика с перегноем, то есть я оговорился, без грузовика с землей не обойтись. Посадка в центр холма, холм пологий, приподняли на метр полтора, плюс еще у вас тут полметра есть, 8 сантиметров почвы. Вот, и уже какой-то переезжать неохота, возможно, уже добротный дом, так, и никуда переезжать и неохота. Вот, и тогда вот этот, вырастите сливу, вишню, яблоню, такие не очень, войлочную вишню, так, степную вишню, это все пойдет, если грузовик на 1-2 посадочных места. И, наконец, и так далее. Это не наша тема, это все знают, кто хочет. Вот. И низковато. Вот то, что вы сейчас показывали, эту ямищу, низковато. Вот, яму самодельную. Смотрим. Вы посадили, так. Дальше все правильно. У вас получился большой холм. Вы в центре сделали временно. Вот чем хорошо, чем вы молодец, что вы четко объясняете. Потому что я сколько фильмов видел, не фильмов, а фотографий в интернете. Вроде бы на холм, а в центре все равно яму, и человек не знает, для чего яма. И смотрит, повторяет, как попугай, и у него тоже гниение и продолжается, как у того доктора наук. Вот здесь вы молодец, потом вы уберете эти все самые бордюрчик, и все будет нормально. Но в целом для яблони, мы же не знаем, вот смотрите, как я проклинаю эти... Самое, вот Елена Александровна знает, она ездила, у них там все на карликовых подвоях. Вот тут, зараза, вот, карликовый подвой пригодился. Но есть одно но. Карликовых подвоев, которые выращены из, просто, знаете, для того, чтобы пошла прививка нормально, нужно, чтобы и подвой был культурный. Попробуйте на дикаря, у них же ничего бы не получилось. А культурный подвой, у него же морозостойкости нет. А корень искусственный, тем более морозостойкости нет. И посоветовать дяде Ване все-таки найти приличный питомник в Ленинградской области, он искал, да, вот что у него получилось, вот. И специально купить уже не сеянцевые подвои, а именно вот эти искусственные, карликовые, вот, у него замерзнут корни. А так как он говорит, у нас еще очень холодно, то, возможно, и крона сама по себе замерзнет, корни сами по себе. Вот, пожалуйста, все мои замечания, плюсы и минусы. Вот, работяга, но, к сожалению, не все повезло. Вот это место, видите, сильно жирно, сильно много замазал, оставил так, как есть, оно будет гнить. Вот там будет гнойничок. Ну, ничего хорошего в этих гнойниках я не вижу. Так, и все-таки убрал он ветки или нет? Точно! Нет, не вижу, не пойму. Если он эти ветки убрал, сделал искусственный штамп, это не наш человек. Это не поздно стать нашим. Но все-таки, дядя Ваня, вот вопросы копятся, пусть не мне, ответьте своим. Они же тоже смотрят. Вот это все-таки раны от того, что вы так поотчикали, как учит незабвенная Платонова. Стоит это Платонова возле больного дерева, покрытого полностью мхом. Это последняя стадия умирания. И на наших глазах скороговоркой перечисляет, какие ветки надо отрезать. Такая тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ужас. Если вы сторонник вот этой... Но я надеюсь, что это мне кажется, что это не... Это просто учебный фильм.
чтобы уже не ходите, девки, как там дальше, я забыл. Вот, так вот, не ходите, садоводы, учиться у этой, у Платонова и, ну, все, кто делает штамбы. Вот так и пусть начинают отсюда ветки. Так, пойдем дальше. Бил два мощных кола, молодец, подвязал. Подвязал так, чтобы здесь не травмировалось, тоже молодец. Вот. Да, конечно, если саженцы 3 или 4 года, это, конечно, потерянные годы. Ну, полил. Ну, будем считать, что это временно. Потом бордюрчики будут убраны. А на первое время, да, искоречные саженцы, много воды надо. Ну и, наконец, я не стал смотреть, как прививать плодовые деревья. Причина банальная. Боюсь, что давление начнет подниматься. Потому что, вы помните, доктора наук, рана, прививка почкой, рана на штамбе, по диаметру в 30 раза больше диаметра привитого дерева. Это ужас. Поэтому комментировать не буду. Надеюсь, никто не это... Нет, если он мне вот так же самое будет искать железо, чтобы я прокомментировал его прививки, может быть. Но я надеюсь, он этого не сделает. Вот. Таких сотни тысяч, и так же, как обрезок сотни тысяч, их уже не переучишь. Вот. И второй фильм, или вторая половина, я сейчас уже не вспомню. Ну-ка, сейчас посмотрим на следующем. А, нет, не видно подписи. Вот это погиб саженец, получил от железа, это абрикос. Рос-рос, погиб. Погиб, а человек так ждал абрикоса. Видите, он уже засветал. Вот. Для меня его смерть, естественно, та же, как любого человека, посади в колодец. Вот тот, который вы видели, да? Вот это, если еще вернуться на несколько этих... Ой, это долго возвращаться. Ну, вот там, где он стоит по колено, уже все, засыпал его этим, завалил его этим самым железом. Ну, что не знает. Дело в том, что вряд ли где-то написано, чтобы в посадочную яму 10-20 килограмм ржавого железа вложить. Ну, скорее всего, принцип тот же. Чем больше, тем лучше. Я знаю такие случаи. Я знаю, как моя знакомая сына угробила, потому что она... У них была корова и больше ничего. И она поила только молоком и кормила только этим хлебом, бутерброды с сливочным маслом. Больше ничем. Вот. Кончилась больница и чуть-чуть ли не это, реанимация. Вот так и тут. Железо, оно вычисляется даже не миллиграммами. Его нужно так мало. Это такие мизерные количества. Вот. Дядя Ваня, поймите правильно. Ваша яма имеет несколько смертельных ловушек. Одна из них, это понятно. Пойдет дождь, она заполнится водой, и уже вот это, почему я говорю тромб, то, что вы несколько слоев, десяток сделали из непроницаемого. Дренаж это проницаемый, мы потом будем изучать. Вот. А непроницаемый это значит не дренаж, это тромб называется. А в природе все живое, и там идет непрерывная это самое, ротация воды, так назовем. Вот. А у вас получается так, что уже дождь кончился, она должна сама высохнуть, эта часть, где корни. А тромб не даст. Это уже смертельная ловушка. Раз. Вот. Потом железо. Я уж пусть задним числом не возвращаюсь к фотографии, просто объясню. Вот то, что сейчас происходит под этим абрикосом. Железо, когда, еще раз скажу, учеба есть учеба. Я только вам посвящаю этот вебинар. Надеюсь, что еще не все отключились, вот, потому что это очень важно. Ведь когда человек, ни фамилии, ничего, сам факт и соотношение 1000 к 1, это я запомнил. А и запомнил сам смысл. Берется горшок, садится семечко, горшок перед этим взвешивается, вырастает в нем дерево, ну не дерево, а растение, не помню как, солидное, ну допустим килограмм весом. Выдернули, взвесили, вот он килограмм. Но тогда вот горшка должен килограмм убавиться. Горшок, видимо, был солидный, земли много. Взвесили, а оказалось, что... Ну, я совру, там же цифры назывались в граммах, килограммах, миллиграммах. Вот. Но я прикинул соотношение. То есть убавилось от этого килограмма 100 миллиграмм. То есть да, ну, как сказать-то? Если был килограмм, это 1000, да? Ага, то есть получается 1 грамм. Понимаете, 1 грамм взято из земли. Вот. Но это все вместе. К
калий, натрий, марганец, железо. Вот, это все микроэлементы. Фосфор. Господи, еще. Ну, вся таблица, как принято говорить, Менделеева, да? И какую-то из них часть из этого миллиграмма, ой, грамма, в этом грамме занимает железо. Какую-то мизерную, может быть, тысячную часть. То есть уже от грамма еще тысячная часть. Ну, пусть сотая, ну, хорошо сотая. Сотая часть грамма, еще раз. Взвесить ее невозможно. Представить себе на ладонь положить эту крупинку невозможно. Наверное, это меньше маковой этой. Маковой росинки. Вот вместо маковой росинки вы напихали 20 килограмм, то есть в миллион раз больше. Вот. А что при этом происходит? При этом мне не хочется школьного курса, но это все в школе проходили. То, что называется корродирование ржавением природы, это на самом деле идет окислительный процесс соединения с железом, получается ферромоса-4. Так, нет? Помните, как в школе хоть тройка была? Ферромоса-4. И все это окисление страшное. Вот. Ну, к этому мы еще вернемся, пока докончим. Почему? Обвинение было высказано. Вот понимаете, вроде я в чем не обвиняю, вы великие там садоводы. Но тон был такой. Спасибо, что этот меня как-то предупредил, Киселев, что меня ждет такое. Я хоть заранее подготовился. И хотя, честно говоря, мне десяток таких этих фильмов, меня не, больше не увидите никогда. Болезненно переношу, не скрываю. И вот еще момент. Как, это, еще раз говорю, есть несколько сопутствующих. Уже ясно, абрикосам тут не жить. Видели эту яму мокрую после дождя? Так, вот. А высохнет она никогда не высохнет, тромб обеспечен. И вот получается второй момент. Он очень важен, если я не ошибся. Из фильма трудно понять. В этом месте дядя Ваня сказал следующее. Значит, это было чем-то покрыто, защита от тли. Ну, я знаю, что тля, она там выше, метр-два выше, то есть на ветках, да? А защита здесь. Тогда я начинаю вспоминать, как здесь защищают. Защищают тогда, получается, если это не оговорка, только потом в следующем фильме не пинайте меня и не говорите, ну, придравшись словам, что он ни хрена не понимает, тут я совсем другое имел в виду, я просто догадываюсь, догадка, значит, что это что-то такое, что не давало муравьям подняться или губило его. Их или не пропускало. Но муравья не пропустить очень сложно. Очень-очень сложно. Он, этот муравей, он, знаете как, я когда-нибудь, может, в следующем вебинаре расскажу, что такое клей. Говорил, не говорил в 53 вебинарах, я не помню. Вот, клей Клейлов, который приспособили, он нужен от тараканов и мышей. Он действительно эффективный, страшно. Попробуй только, прикатись к нему. Вот, а попутно приспособили уничтожать муравьев и хотя бы мешать им это. Они действительно влипают, а он быстро высыхает, он теряет свои качества клеящие. Муравьи делают из своих трупов, получается, мостик и продолжают сновать наверх. Зачем они лезут наверх? Например, у меня, опять клясться Богом, но у меня уже верующие друзья говорят, не смейте, верьте мне так, на честное слово, у меня тли... Нет, на абрикосах я видел только один раз. Там, где поневоле были вокруг спахана земля, потому что Серега, Сергей делал эти. Нет земли. Пришлось 5-10 сантиметров от посаженных абрикосов, уже навсегда посаженных, постоянных. Уже в 10-20 сантиметрах уже начинался питомник, и земля была перепахана. Вот. Муравьям, естественно, ну как перекопана. Муравьи были уничтожены, и у меня первый последний раз была тля. Есть фотографии. Есть мои эти репортажи. Вот. То есть отрицательный результат тоже. Не результат, но опыт. И вот, значит, опыт у меня был. Это того, что клей клейлов уничтожает деревья. Расскажу в другой раз. Боюсь, сегодня успею сказать. Если это клейлов, то и намазан просто на кору, потом можете мне позвонить. 8-960-776-8672. Уже сам этот звонок, вы мне скажете, да, это клейлов. Нет, вы ошиблись. Я на следующем семинаре поправлю, может быть, вашу. Потому что, если это клейлов, то это верная смерть, даже если бы здесь было бы 20 метров до воды. Вот что я хотел сказать, понимаете? Вот, 8-960-776-8672. Ваш звонок, начиная вот с завтрашнего дня, в любое время, Константинович,
Вот. Мы одной крови. Это у меня, знаете, мою фразу. Всегда, когда с кем-то я это самое начинаю дружить, я говорю, мы одной крови, нам делить нечего. Вот. А благодаря вам создается прекрасный вот сейчас вебинар, четкий, понятный, доступный. Всего не знаю, вот клеилов или нет. Если это клей, то он должен был погибнуть независимо от прочих вещей. Мне еще, помните, там, когда я был, меня смутило, что там возвращаться не буду. Они хорошо пробелены капитально, так что уже, а это смертельно. Но ниже, сантиметров 20, ниже, черное. То ли из-под земли выкопаны в черном, то ли там тоже клеилов. Вот, я ничему не удивляюсь, это реклама бешеная. Вот, можно было и это, попасться на нее. Но еще раз говорю, ваш звонок будет означать, что мы друзья. И, кстати, я вам в следующий раз это самое, все вышлю. У вас будут семена вишни, вырастите сами потом, продолжите эту. Они дадут отводки корневые. Семена сливы вышлю, семена т-т-т-т, вот. Еще и абрикос, только найдите им лучшее место. Вот это, пожалуйста, все. Теперь смотрим дальше. Вот это вот у меня подозрение, что это смерть благодаря ему. Вот. Здесь не знаю, намазали, защищали, летли. Он просто мертвый. Вот. Вот это вот тоже мертвый. А вот здесь промежуточный вариант, он просто не смог дядя Ваня объяснить это. Я вам попытаюсь объяснить. Итак, прививка погибла. А ниже идет тот самый маньчжурский абрикос. Тут давайте внесем некоторые уточнения. Так, первое. Значит, сколько раз я вам говорил, что он неубиваемый, а у него половина погибла, половина нет. Вот. Но на этой земле всего можно было ждать. Раз. Второе. Все с подозрением смотрю, не мазали ли. Два. Третье. Дядя Ваня назвал его, зачем мне дикарь? Он вроде бы меня не обвиняет, но такой тон был, что действительно это, слушать было неприятно. Зачем это мне дикарь? Поверьте, если вы его, нет, не оставьте, я, помните, сколько раз говорил, болеет дерево, оставьте его в покое. Но если вы убеждены, что близко грунтовых вод нет. Дальше на выживание, захочется выживать, вы ему ничем не поможете. Никакие подкормки, никакие поливы, никакие обрезки, никакие эти самые, да еще много чего придумано. Ни, просто больному дереву не подходите. Умрет, значит умрет. Вы уже опоздали. А вот что касается, это если до воды нормально, ну хотя бы 3 метра. А в данном случае, это то, что слева, то, что показываю курсором, это величайшая ценность. Это вам не дикарь. Помните ваше выражение? Железо в это вам не Димон. Так вот, это вам не дикарь. Маньчжурский абрикос, железо, это вам не дикарь. А? Это прекрасный полукультурный, он даст плоды у вас наконец-то, если вы пересадите. Подчеркиваю, ваша задача пересадить, но найти такое место, где до воды хотя бы 3 метра. Ну хотя бы, я уж не мечтаю о 5-8. Где вам взять-то? Ленинград построен на болоте. Это как это самое, это знает все культурные люди, то есть те, кто начитаны, кто знает историю. Ленинград построен на болоте. Вот оно болото, вот оно на этом плане. Вот оно и есть. И теперь найдете такое место, 3 лучи, 4 лучи, 5 метров, и у вас будут прекрасные, съедобные, полукультурные, кисло-сладкие, сладко-кислые, чисто сладкие. Как повезет, абрикосы. Не называйте больше дикарем. Он же стоял рядом с вами дерево. Он же обидится же. Такие вам плоды даст размером с ноготь. Но это я полушутя говорю. Не обижайте деревья. Вот. Ну, здесь еще одно тоже. Вот это вот. Меня все время смущает. Чем оно вот это место? Чем? Не дай бог, если... Ну, чем-то защищали. Он сам сказал. Ну, как мы? Ну, кто-то. Ну, может быть, кто-то нас слушает, наш как бы... Обидится, не станет мне отвечать, например. Ну, кому-то же ответит. У него же свой круг, у него же блок. Он же не зря это 100 раз повторяет. Ну, не 100 раз, несколько раз повторяет. Жмите на лайки. Вот. Теперь. Ну, вот, вот пожалуйста. Вот он. Обращение я ваше выслушал. Все нормально. Вот. Теперь еще нет, не все.
Иванов Иван, чуть не сказал Иванович, Анатольевич. Как же к вам обращаться? Ну, вы сами себя дядей Ваней назвали. Ну, буду где, допустим, на отчество не запоминаю, вот нету памяти. Пусть будет дядя Ваня. Так, значит, это он у меня получил, косточки. Рекламы радоваться нечего, не получилось, они погибли. Итак, это все. Меня вот смущает, что вот эта вот упаковка уже переупакована, что ли. Хранение не то, но они все равно у него зашли. А раз зашли, вот они. Значит, все должно быть, по идее, нормально. Но, еще раз говорю, ребята, если у меня место с моим суглинком-супесью все нормально, у нас после дождя лужа высыхает мгновенно, вот, впитывание идет быстро, а значит, почва тоже полусухая, ну, такая быстро высыхает. Поэтому нам дожди не так вредят, как там, где, допустим, на глине стоит вода, там абрикосы. В одних местах я же получаю сообщения. А у меня их десятки, если не сотни. А у меня к осени метр. А у меня еще выше ваших. Вот. Ну, некоторые хитрят, поливают. Я говорю, не поливайте, если нормально. Ну, если уж дикая засуха. Ну, раз в неделю прошел дождь, не поливайте его, оставьте их в покое. Они для этих мест предназначены, где наоборот, они боятся, они страшно боятся жидкости, они, то есть это сырости. Страшно. Абрикосы, сырость — это противопоказание. Вот. А когда пишут, что сперва обрежьте, потом полейте. Так, идем дальше. Смотрите. Вот это вот, вот абрикосик, он уже мертвый, сеянец. Вот. Но он рос, он дальше расти не стал. Он просто дальше расти не стал. Это было бы мощное дерево в совсем другом месте. Причина тут сыра, может быть. Тут может быть это самое, как угодно. Может быть, он тоже успел защитить от этих, от муравьев. А значит, сгнило штамп. Это надо разбираться. Косточка заглублена. Ведь если он где-то моим советом следует, а может быть через 5-10, не один же я теперь знаю, уже с десятки тысяч людей, если не сотни, знают мои советы. Вот. Но где-то он делает стандартные ошибки, ведь кто-то же он научил вот это все. Ну как можно было? Ну представляем, что ребенка кормят конфетами с утра до вечера. Вот. Не исполнится совершеннолетие, у него диабет и смерть. Еще и раньше. Вы знаете, что интересно? Вот, когда я прочитал, я был шокирован. Я не наличанин, я тундровик. Я с ружьем исходил. Я оленей стрелял, и это самое, я вам этого не говорил. Там куропаток и прочих зайцев. И, значит, с удовольствием мы ели это мясо, тушили, все. Но когда я узнал, что изобильная тундра для тех, кто умеет жить там. Вот. И вдруг я узнаю, человек, обычно нормальный человек приезжает туда, так, у него полно рыбы, мяса, он это все ест, наш европеец, через несколько лет умирает, вначале выпадают зубы, потом печень у него, и он умирает. А еды-то полно. Я, например, нашел дикий этот самый. Мне показали, мы летали на вертолете на речку, на Камикен, по-моему, на озеро. И на Камикен. И я нашел, мне говорят, вот посмотри, настоящий дикий лук. И мы его брали и добавляли в эту уху. Вот. А туда попадает человек несведущий, наш европеец. Эти-то печень чира ели, а в ней, оказывается, есть эти самые витамины, да? Потому что чир в свое время тоже кем-то питался, а тот, кем он питался, тоже кем-то питался. И вот получается, что европейцы умирали, потому что мясо, рыба, рыба, мясо, мясо. Вот. Вот что беда-то. И вот то же самое дерево, оно не получает того разнообразия, потому что мы его в такие условия поставили. С одной почвы в другую, с одного климата в другой. И вот получается, ни хрена не растет, а не дай бог еще и помогали ему, например, замазали, может, этим клейлом, вот бы узнать. Ладно, не получилось. Вот здесь получилось как? Ну, тут уж какие могут быть упреки? Помните его слова последние, там, кто видел фильм? Да я, чтобы я еще раз. А почему еще раз? Вот же моя косточка, это же его фотография. Сходит же нормально. А почему не растет, тут уж извините, мы с вами перебрали, вот он мертвый. А если он косточку заглубил, он же сколько чужого опыта понабрался, что сделал смертельные ловушки дядя Ваня. Ну,
Как он закапывал? На какую глубину? Черт тебя разберет-то. Ну, что-то я не виноват. Ну, вот, это уже все. Это уже та самая галерея Хана. Еще раз, в Ильване нашелся мужик, который то ли Хольцера послушал, то ли меня, то ли своим умом дошел. Потому что он фанатик, и он, у него руки не опустились. А начинал, как все, прямо на это издевело. Представляете? И сейчас вместо вот мертвого сада у него сад. Вот он, этот сад. А сколько людей посмотрело? За 3 года мне всегда беда в том, что у меня всегда меньше всех просмотров. Там, где эта дама учит, знаете, мне неудобно, она пожилая, она уже явно пенсионер. Чего она полезла? У нее там 250 000 просмотров, знаете, что она делает? Ее слова, я цитирую, я не стала это самое. Уже оно одно из тысяч, еще тысячи таких подобных. Вот цитирую ее, просто не стал уже пинать, неудобно. Если вы весной не успели сделать обрезку, делайте осенью и продолжайте всю зиму. Ну, такое предательство, ну что вы творите-то? Ну, ей в голову не приходит, что, вот, что это вот это самая распространенная причина. Их несколько, но мы их все уже проходили. Ведь когда человек изувечит дерево, оно погибнет, то кому ему спасибо-то сказать? Он же не думает, что это из-за вашего совета. Он плюет, и его дети уже это, шашлыки ездят, потому что он уже... Да это даже выкопать эти ямы уже сколько надо. Ну, в общем, смотрите. Прошло 3 года, 1500 просмотров. Вот. А ведь я ведь не просто ездил туда. Я этот край изучал. Вот так вот. Ладно, возвращаемся к нашим. Вот. Ну что, ответил как мог. Смотрим дальше. Я слезет ко мне сама информация. Мне кажется, кто-то на небе ниточки дергает. Кусочек письма. Вот. Белгородская область. У местных жителей спрашивал, кто что говорит. Что деревья растут. Как только горизонт насыщенной водой хватает, тут же соли берут и отравляются. Заметьте, есть версия вымокают, а мне вот эта версия нравится. Почему? Я говорю, чем глубже, тем больше солей, тем больше незамерзающий раствор, в скобках антифриз получают деревья, и тем больше морозы выдерживают. И вдруг, смотрите, вверх чисто, то надо разбираться. Это я только вот такое получил. Тут же соли берут и отравляются. Или это просто народная версия, или нашелся кто-то умный, кто умнее меня, или не умнее, но, может, начитаннее. Или и умнее, начитаннее одновременно. Всегда предклоняюсь перед авторитетами. По дворам растут дички. Разные сады, заложенные при СССР, на склонах и буграх. О! А я о чем? В общем, никак садами по дворам есть единичный случай красивых деревьев. То есть... У них такая же почва, насыщенная водой, потому что вода рядом, а отдельный случай есть. Вот так вот. Ведь умели сады выращивать, а тут прям тупик. Посоветую что-нибудь, может, аспирантам задание дайте, пусть они помыслят. Или Александр. Ой, не могу. Вы уже аспирант. Нету, может, других у меня. Ну, нету. Так, ну все, это по Фрейду. Так, гражданка Савинич, помыслите. Так, слушайте дальше. Это я отвечал человеку. Ну, я убрал фамилию, но неудобно, когда человек не уполномочен. Я бы выписал у меня абрикосы Бродского. Это часть письма. Знаете, почему я так? Оно длинное, соскучитесь, уснете или выключите. А я выбрал только, что касается, растут, горизонт хватает соли, берут, отравляются. Вы поняли, на склонах растут. Вот ради этого я. И то, что у меня теперь есть помощница. Лена Александровна, значит так, назначаю вас от нашего любительского кружка зам по науке. Я не шумеюсь, это серьезно.
Так, я бы выписал абрикосы Бродского, мои абрикосы ассорти. Там много скрови европейских. Сливы китайские. Вишни степные и волосы. Ну, это потому что они, корни поменьше. Это и есть мой любимый метод тыка. Что под поверхностью, мы не знаем. Это я, знаете, я еще в своих статьях писал, да выкопайте вы колодец, а потом думайте, что дальше делать. А то потом все померло, и все померло. 10 бывали случаи, 20 лет мерзло, а потом только это самое, сосед выкопал колодец, а вода в полуметре. А на ваш страх и риск самые роскошные сорта абрикосов, слив, вишен, черешня. Знаете почему? Белгородская область. Вот почему. Ну, штамм-то, ну, вы знаете, что от Белгорода до украинского Харькова можно пешком дойти. Ваше письмо более подробно прокомментирую на одном из ближайших вебинаров. Знаете, сколько раз я показывал? Ну, я так не подробно. Вот все, что выше. Все, что выше. Я адресую этому автору. Вот. А почему я написал абрикосы Бродского? Они огромные. Конечно, где попало, не посадишь. Но тут же еще не факт, что у него, именно у него вода близко. И бугры, и холмы и там есть. И в Белгородской области, да. Вот. А почему ассорти? Да, действительно, все поперемешано. Вот. А сливы китайские, да пора им уже в Европу. Сливы вишни волосы, ну, вот я же сказал, это из-за корней. Вот. Ну, а метод тыка, действительно. Я же не знаю вашу почву. У вас на этой почве, вот еще раз, как расходились, допустим, на примере яблонь, груш, я говорил, да? Точно так же расходились, про дерево было, абрикос, слива. Они не зря пыляют друг друга, они не зря, это самое, приваются друг на друга, да неплохо. Да потому что когда косточки начали разноситься, вот где могли там прижиться, где прижились, а привыкали они к почве и почва к ним. То есть в результате как бы отклонение, отклонение, отклонение. И вот уже абрикос со сливы не похож. Но он-то выбрал, ведь не зря огромный стержневой корень, и так же, как у груши. А теперь его бах, это самое, дядя Ваня садит, а он мертвый. А это слива напрашивается. А на сливу привейте абрикос. Я всегда говорю, если вы беретесь компромисс, хочется же, болото, болото. То, что у вас полметра, там 60 сантиметров до воды, это болото. Или бывшее болото. И вот, значит, получается, что подвой подобрали к нему. Ну, я уже возвращаться не буду. К нему привели абрикос. Он будет сниже, уже рост будет более низкий. То есть более низкорослый получится, плодоносит довольно быстро, на второй-третий год буквально. Поживет лет 10-15 и все. Но к тому времени вы уже будете замену растить. Вот это что, если у вас действительно не найдется желание там с грузовиками заказывать землю самосвалами, КамАЗами, если у вас нет высоких, еще более высоких бугров, если нет возможности найти другое место, в болотах можно найти обязательно где-то что-то такое холмисто-гористое. Вот это вот, пожалуйста, это я Диваника.